В Японии едят тараканов? Недавно мне показали вот такой автомат с насекомыми на одной из популярных станций Токио. Тут тебе и личинки, и таракашки, кузнечики из разных городов страны, ассорти для ценителей. Есть даже целое описание преимущества насекомых для экологии, мол, содержать их выгоднее, чем домашние животные, между прочим. Ведь много места они не занимают. А еще можно купить даже печеньки с кузнечиком, кофе. Я не знаю, может быть и существуют любители такого, но я этих людей здесь точно не встречала. Поэтому этот автомат нужно воспринимать больше как розыгрыш, и на самом деле японцы насекомых не едят. Больше о Японии смотри в профиле, подписывайся.